Смотрите. Смотрите, цветы, цветы, цветы. А это цветочный город. Самые догадливые из вас сразу скажут, это сказочный город. И верно, здесь живут коротышки. Коротышки. Маленькие человечки, малыши и малышки. С удивительными жителями то и дело случаются необыкновенные истории. И вы их непременно узнаете. А теперь давайте поближе познакомимся с коротышками. В этом совсем особенном домике живет, кто бы вы думали, астроном. Астроном по имени Стекляшка. Он смотрит на Луну и звезды в подзорную трубу, которая называется телескопом. Когда над цветочным городом опускается ночь, и на небе зажигаются звезды, он видит на Луне лунные горы, лунные кратеры. А здесь живут две малышки Мушка и Кнопочка. Про них поэт Цветик такие стишки сочинил. Мушка с Кнопочкой, подружки, жить не могут друг без друга. А вот и сам поэт Цветик. Я поэт, зовусь я Цветик, вам всем привет. Довольно вместительный домик, правда? Живет в нем много коротышек. На самом верху, в тиши уединенного кабинета, работает замечательный ученый Знайка. Знают взрослые дети, знает Знайка все на свете. И никто не может знать, чего может он не знать. Знаменитый доктор Пилюйкин. Здесь у него приемные для больных, а на балконе зубоврачебный кабинет. Я известный врач Пилюйкин. Пропишу вам всем пилюльки. Излечу без исключения всех, кто требует лечения. Музыкант Гусля. Тюбик. Художник. Буйка. Собака. Механики. Винтик и Шпунтик. Торопышка, который постоянно куда-нибудь торопится. А внизу живут охотники. Пулька и Авоська. Два толстеньких малыша, Сиропчик и Пончик, про которых поэт Цветик сказал, оба страшно много ели и ужасно растолстели. Вот видите, они и сейчас едят. Малыш Растеряйка, который прославился тем, что весь день искал свою шапку, она у него на голове была. Но
самым известным среди всех коротышек был малышка по имени Незнайка, который прославился тем, что ничего не знал. Ага. Раз, второй. Не так. Так. Нарядившись таким попугаем, Незнайка слонялся по городу, сочинял разные небылицы и всем рассказывал. Булька! 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 Что-нибудь, а? Значит, на меня солнце что-то свалилось. Наверное, от солнца оторвался кусок и ударил меня по голове. Во! Надо пойти и рассказать всем об этом! Оторвался кусок.
кусок? Ну да. Ну, да, 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 и летит прямо к нам. Да ты что? Да, скоро он упадет и всех нас... Раздавит. Что будет? Что он наболтал? Какой-то кусок, говорит, оторвался от солнца. Братцы! Остайся, кто может! Вот он кричит! Спасайся, кричит! А от чего спасаться? Кусок, братцы! От солнца! Да вот он, от солнца оторвался кусок! Ой, ой, скоро шлёпнется, и всем будет крышка. Ой, крышка! А, знаете, какое солнце? Оно больше всей нашей земли! Послушайте, что ты выдумываешь? Что ты выдумываешь? Да ничего я не выдумываю. Это Стекляшкин сказал. И вот он свою трубу видел. Стекляшкин не сказал сам. Сам? Прямо говорит. Спасайся, кто может! Беда! Только
зря испугались. Удивляюсь, как это мы тебе все поверили. А я вот-то не удивляюсь. Я и сам ведь поверил. Ну, нас тут и не такие случаются истории. Вот вы еще увидите.